Американский рэпер Крис Браун подал суд на девушку, которая обвинила его в изнасиловании. Иск о клевете. В начале месяца французский журнал «Клозе» опубликовал интервью с девушкой по имени Карима. Она заявила, что познакомилась с Брауном в клубе, а потом в компании других женщин отправилась с ним в отель. Когда она оказалась в номере, ее якобы изнасиловал сам Браун, его телохранитель и еще один мужчина. Кроме того, Крис Браун был арестован полицией. Впрочем, вскоре его выпустили без предъявления обвинения. Отмечу, что Брауна уже привлекали к суду за избиение певицы Рианы, с которой он в тот момент встречался.